Небольшие морозцы, ударившие в начале месяца, отступили. И вот уже неделю держится теплая пасмурная погода, не характерная для конца ноября. В выходные дни 28 и 29 ноября в нашем регионе сохранится теплая, пасмурная и сырая погода. Временами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Гололедные явления, местами возможен туман. Температура воздуха будет колебаться около нулевых значений. И ночью и днем от минус 3 до плюс 3 градусов. Последний день ноября, скорее всего, будет без осадков и, согласно прогнозам, таким же теплым. Среднесуточная температура превысит норму на 4-6 градусов. А вот с 1 декабря характер погоды начнет меняться. Инициатива перейдет к обширному сибирскому антициклону. Температура воздуха начнет стремительно понижаться, а осадки будут маловероятны. Судя по прогнозу, зима все-таки настанет не только в календаре. Остается ждать снегопадов, и новогоднее настроение, как и красивая волшебная белая зима к концу декабря, вполне вероятны.